Добро пожаловать в мир Фаберлик. Мы объединяемся, чтобы создавать яркое, вдохновлять на лучшее, делать красоту доступнее. В 1997 году молодые предприниматели создают косметическую компанию прямых продаж «Русская линия». Запатентованная кислородная косметика становится по-настоящему уникальным продуктом, который быстро завоевывает любовь покупателей по всему миру. В 2001 году компания проводит ребрендинг и с этого момента носит название «Фаберлик». За четверть века мы достигли многого, и нам есть чем гордиться. Яркая история, головокружительные достижения, большая международная команда единомышленников. Сегодня «Фаберлик» – желанный гость в каждом доме, каждой семье. У нас есть все. От косметики до товаров для дома и здоровья. От признания до высоких достижений и побед. Сегодня мы в мировом рейтинге компаний прямых продаж. В рейтинге крупнейших компаний России РБК-500. Единственный российский бренд в топ-100 парфюмерно-косметических компаний мира. Не каждая компания может похвастаться собственным центром научных разработок, где создается более 200 новых косметических формул каждый год. Только представьте, 34 научных патента и 3000 уникальных продуктов. Это ли не повод для гордости? Фаберлик и я. Мы вместе с самого начала. А начиналось все достаточно давно, с уникального изобретения советских ученых. Та самая голубая кровь – перфторан. Он-то и послужил основой для нашего уникального компонента кислородной косметики – Аквафтем. Кислородная косметика имеет бесконечное продолжение. Каждая последующая серия уникальнее предыдущей. Сейчас центр научных разработок – это уникальная лаборатория, которая оснащена самым новейшим оборудованием. Это уникальный коллектив технологов, люди, которые способны создать абсолютно любую формулу. Мы теперь можем сделать абсолютно все. Фаберлик активно сотрудничает с ведущими лабораториями по всему миру, создавая уникальные средства для красоты и ухода за собой. Мы всегда думаем о том, как воплощать в жизнь наши инновационные задумки и при этом иметь стабильно высокое качество и доступные цены. Собственно,